Под Москвой вспыхнул мощный пожар, горит одно из самых больших предприятий электротехнической отрасли России – завод «Электроизолит». О происшествии сообщают местные паблики. По данным телеграм-канала ЧП «Москва», днем 30 октября пожар вспыхнул в подмосковном Хотьково. Загорелось здание на территории научно-исследовательского института на Заводской улице. Местные жители пишут, что возгорание началось в цеху, где испытывают продукцию. Огонь, по данным российских СМИ, охватил 3000 квадратных метров площади. Причина возгорания пока неизвестна. Это же предприятие, по данным Росэсми, уже горело в апреле 2024 года. Завод «Электроизолит» в Хотьково – крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. На нем производят изоляционные материалы. Также недавно в Подмосковье произошла массовая драка и стрельба. Вечером 26 октября в Пушкино в Центральном парке вспыхнула потасовка между двумя группами молодежи. Как сообщается, столкновение возникло из-за конфликта двух девушек в соцсетях. Росэсми сообщает, что причиной конфликта могло стать этническое противостояние.